Выбрать съесть из чего? Елочный базар открылся на территории Ивантеевского лесопитомника. Пушистых красавиц посадили в 2017 году, и вот они готовы стать главным украшением новогоднего праздника. Можно выбирать здесь, а можно рядом на торговой площадке, где елочки до сих пор в земле. Это деревца не для того, чтобы их рубить, а для того, чтобы выкапывать с комом земли, наряжать, а затем сажать на участке. Многие из покупателей думают, что есть только спиленные варианты, а у нас есть еще и комованные, поэтому мы с удовольствием им сможем предложить, выкопаем просто аккуратненько елочку или там сосну, которую они выберут, и уже с комом земли они повезут это все домой. Это самый экологичный вариант для Нового года и отличный подарок. Ведь такие голубые елочки растут у Кремля. Они гораздо пушистее, чем еле обыкновенные, а хвоинки имеют голубой или изумрудный отлив. Официальное имя елочек – колючие. Разные жители, разные вкусы. Кто-то хочет в подарок, это очень сейчас пользуется также популярностью. Очень удобное такое предновогоднее настроение – прийти в гости, вручить маленькую елочку, ну, как бы в горшке. Ассортимент Ивантеевского лесопитомника не только обновляется, но и восстанавливается. Вот, например, пихты гибридные пушкинские. Их посеяли 3 года назад из семян. Это поколение пихт из дендрария, которые были высажены учениками академика Яблокова. А этот павильон в нашем лесопитомнике совершенно особенный. Его можно назвать детским садом для пихт. И пихты здесь тоже особенные. Если взять хвоинки и растереть их, то почувствуешь запах мандаринов. Ежегодно в Ивантеевском лесопитомнике продают около 1000 хвойных. Каждая десятая обычно сосна. 3 из 10 – пихты, остальные – ели. Дома что живую, что срубленную елочку следует держать подальше от батарей. И... Ну, конечно, прежде всего поливать. Нужен полив. Как бы отдельно, но не сильно заливать, как бы, да, если это елочка непосредственно в коме земли. Но если она как бы все-таки спилена, ну, опять же, подсадки подразумевают некий объем, куда заливается вода, ну, собственно, следить и наблюдать, чтобы она постоянно там присутствовала. И наряжать. И наряжать, да, с любовью. Елочный базар работает в лесопитомнике по адресу Заводская, дом 8, ежедневно. В будни с 8 до 17, в субботу и воскресенье с 9 до 16 часов. Цены доступные. Новогодние мини-пихты в горшочках от 300 рублей, ели от 800, сосны от 1500 рублей в зависимости от размера. Есть даже 3-метровые. В этом году новогодние хвойные особенно пушистые. Анна Пыльцина, Фарид Галиев, Мария Брасукова. Новости города.